Коничива всем самураям на моем канале. Сегодня мы продолжаем прохождение Сёгуна. Сёгун Total War 2. И прохождение наше за Кисо Минамото. Наш даймя Минамото Йосинака. В прошлой серии мы захватили Этига, но подлые Фудзивара хотят его отобрать у нас. Далее, Хонда. Хонда потерял свою провинцию Мина, и теперь нам угрожает Фукухара Тайра. Что с этим делать, пока точно не знаю. Хонду желательно бы отбить, но когда мы это сделаем, точно не знаю. Возможно, стоит нанять больше самураев, но у нас здесь что, строятся дороги. Дороги мы отменяем. Потому что нам срочно нужны рисовые поля. Так, рисовые поля. Сейчас у нас весна. Так, что весна дает? Я не помню. Она продовольствие вроде бы дает или нет. Не помню, где бафы посмотреть. Ладно. Значит, рисовые поля мы в любом случае делаем, потом делаем твердыньку и будем оборонять северный Синана. Зажали нас, в принципе, то, чего я боялся. Надо было изначально идти по югу, но я так уже делал. Поэтому было не очень интересно, хотелось по северу прорываться. Не знаю, затянется, скорее всего, этот прорыв, если он вообще будет. Так что посмотрим. Здесь что? Еще самураев сделать, допустим. И перестрелять их. У нас будет армия самураев. Будет, допустим, 5-7 отрядов самураев. И 8-й отряд вспомогательных, да, челиков. Плюс полководец у них. Вспомогательные эти черти. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Достаточно много. Так. Пока думаю вообще не делать самураев. Деньги побережем. Я просто армию из северного Синана переведу, и будет все хорошо. Так, тут, допустим, сделать на гарнизон, да, или на пополнение. Стоп, на пополнение. На пополнение было бы неплохо, но гарнизон, я думаю, нам предпочтительнее будет, потому что нас скоро придет бить Фудзивары. Плюс у него тут братишки еще на подходе. Так, а мы тут стоим и распространяем наше влияние. Ну ладно. Технологию мы делаем военную, чтобы можно было огненные стрелы потом включать. Сейчас я по-быстренькому сыграю вручную. Хочу хоть сколько-нибудь урона нанести побольше. Потому что во втором счете там по-любому человек 10-20 он убьет. А тут, может быть, это его немного застопорит. Посмотрим. У нас есть один лучник, да? И мы можем послать отряд в атаку. Так. Вот, да? Вот как он расставил все. Ну, тут целая толпа будет сразу нападать. Это фигово. Ну, ладно. На прокрутке сразу сделаем. Так, ну и давайте лучниками атаковать. Наш полководец в опасности, мой господин! Наши бойцы бегут с поля боя! Какой позор! Так, ну и все, моральки не хватило, ладно. Если бы он разделил войска, было бы лучше, но у нас слишком мало войск было, поэтому он не захотел с разных сторон нападать. В принципе, от автора счета я особо не отличился. Тут всякие
челики ходят, чего-то там соединяются, разъединяются. Наверное, грядет война. Так, тайный склад оружия. Стоимость найма сухопутных войск меньше у нас, да? Это прикольно. Можно было бы самураев чуть-чуть подешевле нанять, но насколько это оправдано, не знаю. А с северного Синана ведем наши войска куда-нибудь вот сюда. Да, куда-нибудь туда. На рисовые поля делаем. На следующий ход твердыню делаем, чтобы Этига можно было обороняться от Фудзивары, который в Этига сейчас, от этой армии. Итак. Ну все, деньги копим. Хироидзуми туда идут. Тоже на подмогу. Хонда ушел. Он пошел через лес. Кстати, давайте тут поразведуем, что у нас. Ё-моё, три армии. Так, ну теперь у нас хватает денег. Опа, да? И мы тут немного распространим свое влияние тоже. Так, ну гарнизоны у нас будет уже побольше. Поля у нас будут тоже больше. А что мы делаем дальше? Отсюда не знаю, когда ожидать нападения. А вот на северное Синана могут напасть. Поэтому самураев я все-таки переведу на северный фронт. А здесь. Вот этих всяких бомжиков, да, мы отведем вниз. Здесь у нас есть наш Дайми и сын Дайми. И вместе мы пойдем защищать северное Синана. Поля рисовые надо отремонтировать, починить там все халупки наши, чтобы они доход приносили. Ну и ждем. У нас пока друзья относительно везде окружают. Не хотят мир, бомжи. Ладно. Так. Знание освоено. Хорошо, теперь путь лука. Боезапас будет. Рвется служить. Лишний полководец, это, честно говоря, неплохо. Это дополнительная конница. Я бы все-таки отдал эту 1000. Все-таки отдам ее, да. Пускай будет. Все, здесь мы засели. Тут нам осталось два хода, да? Вот эти черти блокировали проход, блин. Так, а кто у нас еще за Минамото? Вот эти? Можно их было бы подкупить, допустим. Чисто по фану. Ну ладно, идет как идет. Мы пока потихоньку развиваемся на своих землях. Тык. Так, Хонда у аварии находится. Но, видимо, они с Фукухарой воюют. То есть с Тайрой. Такс. Твердынька скоро построится. А рисовые поля тоже будут. У нас будет побольше дохода. Глянем, что тут у нас есть. Так. Может, они на вассала пошли сюда? Или, может, они ко мне пошли? Точно не знаю. Кстати, хорошо, что это мой союзник Хида.
Так, у нас дополнительный полководец есть. Дополнительный полководец — это новый министр. Министр что у нас будет делать? Перемещение или скорость, или строительство? Я думаю, снабжение. Пусть он будет снабженцем, да. Так, хорошо. Денежки копятся дальше. Допустим, можно увеличить еще гарнизон или армию начать делать. Или можно в экономику пойти. Так, 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 так. Ладно, по ходу разберемся. Ну, Исиматары все-таки существуют. Я думал, их убили. Но все-таки Фукухара не заставил себя ждать долго. Император Антоку, повелитель, император отрекся от власти, и теперь на хризантемовый трон взошел его малолетний сын Антон. Антоку. Его мать из дома Тайра. Воистину, наглость этих интригантов не знает границ. Принц Матихита, законный наследник, призвал свергнуть узурпаторов силой оружия. Мы должны избавить Японию от этих злодеев. Ну что ж, надо от этих злодеев ее действительно избавить. Только как мы это будем делать, не знаю. Вообще не представляю. Дзюнсасуси еще у них третьего уровня. Тут, ё-моё. Желательно бы тут форт сделать, но с другой стороны. А с другой стороны, у нас продовольствия-то нет особо. Так, а какое здание отвечало за... А, да, вот это здание отвечало за самураев. Чтобы не нанимать их в Южном Синане, но это слишком расточительно, я думаю. Лучше что-то на экономику возвести. Или, допустим, сделать монаха. Он все-таки может бесплатно деморализовать армию и агентов вражеских останавливать. Сделаю храм. Может, это нецелесообразно? Не знаю. Время покажет. Что мы видим здесь? Так, вот вражеские войска. Здесь они стоят. Как только они пойдут, я перекуплю эту провинцию. Наверное, сделаю так. Фукусима тут у нас что? Минамото растет. Это хорошо. Кстати, вражеский дзюнсацуси есть здесь. Подкупить его мы не можем пока что. Ладно. Где они, блин, набираются опыта? Не понимаю. Такие опытные все ребята. А здесь надо бы хотя бы один отрядик самураев сделать все-таки. Хотя лучников предостаточно, но тем не менее. И вообще-то тут форт нужен. А продовольствие некуда, некуда. Эх. Стоп, а это пастбище, которое... Дают конные отряды, блин. Они не очень-то мне и нужны, эти пастбища. Мне продовольствие больше нужно. Снесу его, чтобы построить на продовольствие. Поля. Так. Дипломатия. По дипломатии. Никого нового-то, в принципе, и не открылось, да. С кем мы воюем? С Хондой, может быть, получится мир заключить. А, он вообще, наверное, уже не существует. Все, сдох. Дом уничтожен. Хонда. Да, точно. Тайра уже здесь, в Микаве. Ну, Тайра читерские, конечно. Чуваки. Союзник атакован. Атакующий Асикага. Защитники Нитта. Надо вступаться за союзника. Я не хочу терять.
Асикага, Асикага, Асикага. Где Асикага? А вот Асикага. Они, кстати, за Минамото. Ну все, можно их провинцию попытаться перекупить. Вот они здесь. Угу. Ладненько. Ладненько. Тут они до сих пор не строят, не улучшают города. Это мне не нравится. Мне надо, чтобы они их улучшали, блин. Так, кое-какие копеечки у меня появились. Кстати, мина. Мина тут без присмотра. Кое-какие копеечки мы потратим на вот это, чтобы у нас продовольствие было. А, так. Буддийский храм делается. Просто сидеть тоже особо смысла в этом нету. А, захватить Такеду не очень хорошо получится. Найти Гайти и далеко, и опасно, и вообще у них тут много войск. А, пойти на Фукухару как-то получше было бы. Собрать армию самураев и долбануть Мина. Правда, опять же, у них там город. Хотя бы была твердыня, я бы тогда смог обороняться хорошо. Но если можно из Мина будет сделать вассала, к примеру, по-хитрому как-нибудь сыграть. Давайте по-хитрому вот сюда встанем. Так, отлично, он в засаду сел. Если он не зайдет в Мина, то тогда можно попробовать его захватить и сделать вассала. Буду надеяться. Вот чертила. Так, ладно. Не свезло. Здесь у нас что? По-прежнему просто стоят. По-прежнему просто стоят. 1300. Гарнизона там нет. Ладно. Иду сюда, сюда и вот сюда. И можно переманить Асикагу. В принципе, эта целая провинция отойдет просто мне, тупо мне. Потому что Асикага, у Асикаги больше нет провинций. Но я надеюсь, что там не полководца мы подкупим, а просто провинцию. Так, Соу берем обязательно. Пусть ходит там, проповедует. В общем, что-нибудь делает хотя бы. Так, это что у нас делает? Я не помню. Это, по-моему... а что у нас, собственно, делает наша гейша? Серебёси. Ну, с полководцами верхность дает. А если в город завести? Честно говоря, не помню. Ладно. Так, что тут у нас по разведке? Ну, хрен его знает. Сюда они по-любому не пойдут через леса. Армия у них слабее моей армии. Но, тем не менее, прям выступать против них. Так, у нас есть фактически целая армия, да? Ну-ка, посчитаю, сколько это. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Вроде 20 максималка. Но эта армия можно... Можно долбануть, если здесь хотя бы не полная армия будет. Ладно. Делаем поля. Потихоньку развиваемся, только так. Только так и больше никак. Ладно. Хироидзуми идут. О! Фудзивара вышли на охоту. Ясиматара присоединился, но они разве не присоединились? Мне казалось, они давно против нас. Ну ладно. Так, хорошо. Допустим, это провинция типа наша. Но ненадолго, в том-то и дело, что вообще ненадолго. Тут у нас что? С
Слушайте, давайте я выведу вот эти войска, наверное. Ну, вот этих оставлю. Вот этих, наверное, еще оставлю. Так, вот этих выведу. Пусть они нападут, потому что если они возьмут в осаду, будет вообще не очень. Итого у нас будет 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, плюс 5 отрядов. Ну, должны их убить. Все, надеюсь, они нападут. Но обольщать никого не будем. Было бы неплохо еще деморализовать армию. Ну да ладно. Так, а до сюда мы не дойдем. Да, не дойдем, к сожалению. Эх, ладно. И тигра-то, кстати, мы тоже можем перекупить в любой момент. Ну, если они армию не заведут, естественно. Хорошо, ждем. Я вот удивляюсь, у них вроде тоже провинций немного, но как? Как они экономически это все увозят? Ох, сейчас разъебем. Тайра Киямори против Минамото Йосинаки, нашего даймё. Это будет первая легендарная битва. Так, что мы имеем? Куча самураев. Предварительно расставим пока. А там дальше по-любому придется переставлять. Так, это у нас кто? Лучники все стоят, надеюсь, здесь, да. Да, все лучники. Так, вот лучники. Тут у нас кто? Вот еще лучники есть. Ну и наш дайме, естественно, лучник тоже. Ну, точнее, наши полководцы. Так, стоп, пауза. Вот основной костяк. Хорошо. Вспомогательные войска все. Но сюда надо самураев поставить на этот... участок. Здесь все-таки оставлю самураев. Тут у нас кто? Тут вообще никого. Ну, только вот чуваки будут, но одного отряда хватит. Так, этих мы вот сюда. Ну, в общем, как-то так. Полководец у нас еще здесь? Да, здесь два полководца. Так, а раз там полководец, надо бы вот так сделать. Вот этот отряд сюда поставить. Так, здесь у нас есть лучники у них, точнее? Нету. Ну ладно, тогда мы будем обстреливать эти отряды. Вот этих челов сюда выставим. Бегом. Вы чего медленно-то идете все? Блин, тупанул, не посмотрел то, что они пешком идут. Ну все. Огненными стрелами сразу их закидаем. Так. А вообще-то вот сюда надо встать. И здесь занять позицию. Сразу огненные стрелы. Здесь тоже огненные стрелы.
Тут везде огненные стрелы. Тут у нас чё? Тоже на подходе. Вот этих челов отведем сюда. Здесь у нас лучников нет. Так, это чё, кто лезут? Стоп, пауза. Это ополчение. Ополчение лучше отвести, я думаю, и сюда подвести вот этих ближников. Ближний бой. Этих отвести сюда, наверное, лучше. Нет, вот сюда. Этих ближников вот сюда. Это у нас так. Вспомогательные войска, но у них хотя бы получше будет ближняя атака. Здесь самураи могут на этих... на стенах находиться. Сюда еще поставим для защиты. Сделаем сбор для улучшения там. Не помню, что он дает, но, по-моему, этот моральку. Лучников вот сюда поставим. Так, ополчение с нагинатами. Их надо убивать. Здесь у нас кто? А, нормально, здесь ополчение наше. Свистящие стрелы. Ну все, я думаю, они вообще конкретно уже посыпались. Так, встанем вот здесь, вот так, вот так. Оп, что это такое? Это мы тут отступаем, а здесь воюйте, пожалуйста, с нашими вспомогательными войсками. Здесь преграждаем им путь, дорогу, чтобы они не выходили. Так, вспомогательные войска. Блин, надо на подмогу самураям нашим. Так, полководцев лучше отвести, потому что их обстреливают. Но здесь в ближнем бою все нормально идет. Так, мы вот сюда выставим их. Вот что-то до них достреливают прям так серьезно. Тут у нас кто? Ближников отводим подальше. А лучников наоборот приводим сюда. И здесь лучников. Кстати, можно попытаться выйти, допустим, шагнуть их. Так, отлично, ближний бой завязался. Кстати, вот этот отряд тоже выставим. Ну и заодно наши лучники будут их обстреливать. Так, нет, конницу назад поставим. Все-таки не очень будет, если наших полководцев убьют шальной стрелой. Ну тут у нас самураи, так что вообще без проблем. Ну, они полностью армию потеряли, считайте. Так, а вот теперь можно выходить. Вот теперь можно вылазить. Они полностью потеряли армию. Можно занять город.
и сделать там вассала. Обезопасим себя немного. Возможно, на какое-то время можно будет с Фукухарой Тайрой немножко расслабиться. Но тоже не факт. Так, вот этих мы. Этими, этих. Все, тупо добиваем. Это победа. Так, стрельбу без приказа уберем. Чтобы по своим случайно не попасть. Ну, военачальники еще парочка остается. Куда побежали? Куда? Вот же есть. Ё-моё. Кстати, атака без приказа. Вот теперь можно пострелять. Все, вроде бы тут добили эти остаточки. Теперь можно и вручную. Точнее, в ближний. Ну все. Ну это нифига не почти поражение. Это героическая победа, я так считаю. Так. Зашибись. Я отбился. Что дальше? А что дальше? Надо добить. Надо добить. Ну да. Так, вот они, да? Бомжи эти долбаные. Ох, давайте вот так сделаем. Не, кстати, а вот дайме что у нас? Дайме у нас... А, что звездочку не дали? Я не понял, это такая охерительная победа была, а звездочку не дали. Ну, вообще. Так, берем вот так. Добиваем так. Вот. Вот это другое дело. Ну-ка. Влияние. Вообще мне честь дайме нужно будет. Ну одну сюда тогда вырублю. Вот так. Все. Так. Боевой дух неплохо. Но честь дайме будет не покруче. Потому что я хочу... Знаете, что делать? Я хочу разорять. Да. Хочу разорять города. А, блин. Так. Вот сюда. Потихонечку в лесочек станем. Типа нас не видно. Типа ни хрена там ничего, да? Блин, ну опять бомжи какие-то подбежали. Ё-моё. Тут вы чё? Тусуетесь, да, по-прежнему? Ну ладно, ладно, тусуйтесь. В принципе, хорошо. Чего против не имею. Здесь чувачок стоит. Просто так, что ли, стоит? Ну, пусть деньги больше делают. Или стоп. Или они не делают, а если больше денег. Дзюнсу сижу, вроде увеличивает доход. Ладно. Точно не помню. Блин, нанять еще одного или ополчение? Ну, вообще, нам еще один нужен, честно говоря. Даже вот сюда отослать было бы неплохо. Дзюнсацуси здесь нужен, по-любому. Да, делаю одного Дзюнсацуси. И на следующий ход будет, допустим, 2000 у нас, да? 2125 рублей. Но при этом нам все равно ни на что не хватает. Хотя нет, на рисовые поля хватит. А это, между прочим, ого-го. Я считаю, да. Форт надо и там, и здесь построить. Везде вообще фортифицироваться по полной надо. Но не хватает ничего, блин. Так, что мы делаем? Надо что-то на экономику. А что на экономику? Вот это? Или... Ну, наверное, это лучше сделать. Или, допустим, дипломатические отношения. Ну, что они нам дадут?
Довольство дома прикольно, но зачем оно мне? Не надо, это все не надо. Ну вот это. Вот это, кстати, охерительная вещь была бы. Но здесь мы получим быстрее. Быстрее эффект. Ладно, думаю, пока так. Да, пока что так будем развиваться. Ну окей. Оп. А, вот суки. Они идут на север, на Синана, знаете, да? Или на нашего вассала идут. Интересно, кстати, было бы узнать тоже. Куда они идут? Так, хитрость при наблюдении за городами. Я думаю, это лучше всего. Да. Это вроде бы доход увеличивает. Вроде как он к нам собрался. Я не уверен, но мне что-то так кажется, что к нам. Да. Кто у него там есть? Ну, бомжи всякие, да? Здесь у нас есть твердыня, здесь у нас есть дополнительный гарнизончик, то есть какое-то количество самураев решит все вопросы, да? По-любому. Здесь у нас прям так сразу атаковать мы не сможем, я думаю, нет, не получится. Тут два хода по-любому надо. Допустим, если я сделаю самураев, он уже будет здесь. Самураев подведу. Ну дай бог, если три хода ему до Северного Синана надо. А если меньше? То-то и оно. То-то и оно. Если собрать все войска в ударный кулак, да долбануть все-таки мина, а здесь просто нанять местных, ну и допустим... А, блин, тут целая армия вообще-то. Целая армия, ничего так-то, да? Самураев, два отряда. Тут ополчение. Погнали сюда. Это даймон наш, кстати, да. Так, ты доходишь? Доходишь. Значит, в принципе, можно на соединение вот сюда подойти. Этой армией... Да я думаю, можно их убить. Вручную сыграю, если что. Сиба, ты вообще кто у нас? Ты у нас хочешь с нами дружить? Нет? Симпатия, это хорошо. Союз, приемлемые условия. Но если я сделаю союз, тебе же ёбнут, я думаю, да? Ну, по-любому. По-любому, и не будет больше Сибы. Нет, не будем тогда делать союз. Не будем. Так, а здесь миномота у нас будет повышаться, да? Угу. Или даже вот так. Что это сделает? Преданность. Ну, преданность неплохо, в принципе. Угу. Ладно, друзья, давайте на этом закончим. Что делать дальше, я пока подумаю. Подумаю, ну а этот ролик выложу в ближайшие тоже дни. Относительно неплохо сыграно, мне кажется. Я отбился, да. Сейчас еще надо от этой армии отбиться. Ну, посмотрим. Положение шаткое, но тем не менее... Не безвыходная. Всем спасибо за просмотр. Ребята, всем удачи. До новых встреч.